Всем привет! Говорят, Intel уже давно не тащит, и самое время идти в магазин заряженкой. Сегодня мы это и проверим. Мне удалось раздобыть новенький i5-10400F, который призван захватить средний сегмент игровых сборок. Однако с такой ценой он может захватить разве что ваш кошелек. Но не будем о грустном. Предлагаю вам в этом видео посмотреть на тесты Core i5-10400 в играх и сравнить его с прямым конкурентом в лице Ryzen 5 3600. Оба процессора имеют по 6 ядер и 12 потоков. Правда, камень от красных имеет более приятный ценник, но думаю, со временем цена на i5-10400 устаканится. Ну а перед тем, как перейти к самим тестам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте быстро вам расскажу про тестовый стенд и перейдем уже к самим тестам. Для Intel я взял материнскую плату Asus ROG Strix Z490F Gaming. Плата стоит конских денег, но зато одна из самых топовых, что точно не скажется на производительности. В обоих сборках стояло две планки AZU Corsair Vengeance RGB Pro с частотой 3600 МГц и объемом 16 ГБ. Видеокарта для обоих процессоров служила RTX 2080 Super от компании Gigabyte с пометкой Gaming OC. Материнку под AM4 я взял уже проверенную временем X570 Aorus Pro, также от компании Gigabyte. Процессор Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 работали в стоке, без каких-либо разгонов. Частота буста у i5-10400F доходила до 4 ГГц, а у Ryzen колебалась около 4,1 ГГц. Все игры тестировались в Full HD при максимально возможной графике. И первая игра на тесте – Assassin's Creed Odyssey, который славится своей способностью ставить на колени большинство процессоров. И тут оба процессора смогли отрисовать более 60 кадров. Core i5-9400 чутка выбился вперед как по среднему, так и по остальным показателям. В целом у Intel получилось сделать достойный ответ Ryzen, но в общей картине оба процессора показывают плюс-минус один и тот же результат, и играть с таким FPS очень комфортно. В Metro Exodus результаты уже более разнятся. Камень от синих показал более уверенный FPS по 1,01%. Это очень заметно при подгрузке текстур, когда на Ryzen проскакивают небольшие статоры, а Intel пытается удерживать картинку более плавной. Но если брать в учет стоимость материнских плат под 10-е поколение, то результат Ryzen вполне будет достаточно не особо требовательному пользователю. В PUBG ситуация практически равная. Разницу можно увидеть только в цифрах. Хоть i5-10400 и опережает Ryzen, но фризы при высадке присутствуют на обоих процессорах, и вопросов к оптимизации с каждым годом становится все больше и больше. Но записать балл все же придется новому i5-10400, ведь по цифрам он все-таки обошел Ryzen 5 3600. В Battlefield 5 ситуация абсолютно такая же. Правда, у меня были проблемы с этой игрой, так как периодически FPS решал упасть на дно и портил всю статистику. Причем случалось это на обоих системах. Возможно, это происходило из-за DirectX 12, но я решил все-таки оставить именно 12-ю версию, ведь именно она лучше поддерживает многопоток. В Ведьмаке разница между процессорами уже более заметна. 6 кадров по 0,1% могут говорить о небольшом превосходстве процессора Intel. Но опять же, обычный пользователь вряд ли заметит такую разницу в FPS, учитывая, что средний FPS может похвастаться заветными 140 кадрами, которые нынче вошли в моду вместе с мониторами на 144 Гц. А вот в RDR 2 камень от красных явно проигрывает. Возможно, это связано с оптимизацией порта, но даже по среднему FPS процессор от Intel вырывается на 9 кадров и более стабильно держит частоту. Ryzen же очень неплохо так провалил частоту кадров, фризами, конечно, это трудно назвать, но в цифрах разницу явно видно. В Kingdom Come Deliverance оба процессора показали одинаковый средний FPS. Разница в 5 кадров видна только по 1,01%. Играть было комфортно, даже несмотря на некоторые просадки ниже 60 кадров. Ну и последняя игра, которую я протестировал, это Hitman 2. Тут картина складывается такая же, как и в большинстве игр, и абсолютно ничего нового увидеть мне не удалось. Я думал протестировать еще данные процессоры в каких-то других играх, но результаты почти везде были одинаковые. Исключением стало только RDR 2, где был заметен явный проигрыш Ryzen 5 3600. В целом у Intel получилось сделать достойную конкуренцию. Однако цена материнской платы под новые камни колеблется на уровне стоимости самих процессоров, что делает их не сильно конкурентоспособными красному лагерю, конкретно в данный момент. А так новое поколение выглядит весьма бодро для игровых ПК, поэтому с появлением более дешевых материнских плат по 1200 и сокет можно будет спокойно собрать компьютер на базе новых CPU от Intel.
Так как в сравнении именно с 3600 Ryzen Core i5-10400 все-таки вышел победителем. Ну а вы напишите в комментариях, как вам новый процессор от Intel. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До скорых встреч, друзья!